Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Миньон и Тучка, Дэн, Гусенек, Госдума, Плеймарк, Легенда, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас офигенная серия, так как будем убегать от аниматроников в FNAF Ruin. Если опять кушать, приятного аппетита, мы начинаем выживать, веселиться и угорать. Сегодня у нас будет классный ролик, так как аниматрониками будут управлять настоящие NPC. Они очень умные, очень быстрые, и обмануть их не получится. Пацаны, кто первый умрет, тот неумеха. Ого, не толпой. Смотрите, какой толпучка бегут. Дима, ты умрешь первый? Нет, конечно. С этого момента смотрим. Я думаю, что это и Тучка будет, или Гусанёк. Просто где-то на уголке поскользнёшься, да? А что ты тут? А ты что, банановые шкорки тут бросал? Я еще оставлю. Гусанёк. Ребята, сейчас будет жестко. Обязательно досмотрите ролик до конца. И прямо сейчас напишите классный комментарий и подпишитесь, кто не подписаны. А, и еще хочу сказать, залетайте в наш Дискорд, пообщаемся, парим. Ссылочки все в описании. О, а, ё-моё, блин, я пока стоял, смотрел тут, ёкалы-манекалы, вот это я испугал. Ого, он улетел вниз. Так, все, я внизу. Я буду еще ставить, ребята, сейчас будет много аниматроников. Они телепортируются туда. Да, я сейчас ставлю специально, кто может телепортироваться. Смотрите, ребята, что я сделал. Вот это теперь жестко будет. Они сзади, пацаны, сзади бегут. А нет, никого нет. Бежит, быстрее. Быстрее, пацаны, спасайтесь. Блин, он за мной бежит, этот псих. Так, надеюсь, я здесь оторвусь. Я прям слышу, как они тарахтят своими костяшками. Да. Есть, я поднялся, так, стоим и смотрим. Чтоб и сверху не шел. Наверх иди, кстати, к нам тут. А что у вас там наверху? А, я вижу, вы там бегаете. Блин, миньон испугал меня, аниматроник. А, не бежи. Отвалите, блин. Отлично, отрываюсь. Очень опасно. Пацаны, ставить еще? Нет. Ой, я тоже так думаю. Вот они. А, сзади, не успею повернуть. Блин, они по всей карте разбрелись. Гусанёк, ты же сказал, что ты хорошо играешь. Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Ты. Нормально. Я могу вот так сделать. Сейчас они куда идут. А! Ты видел, он телепортировался? Есть. Есть. А! Вот это было красиво, уклонение. Так, блин, отстаньте от меня. Интересно, он так убьет меня, если будет здесь стоять? Давайте проверим. О, бежит. Нет, не бежит. Ого, их тут. А! Так. Ну тебя, блин! А! Схватил меня. Ну, блин. Ого. Такая толпа там бежит. Так, блин, отвали ты. Опа. Так, идет отсюда. Так, и оттуда идет. Оп, прыжок. Ну блин, я так обиделся, и тут повис немножечко. Подустал. Не, ну ставить пока не буду. Я вижу, что люди сливаются. Да, нам хорошо. Это страшно. Вот эта толпа это здесь. Попу-попу. Блин. Опа. Дима, ха-ха, и там толпуха такая стоит. Все, выживаем. Смотри, сейчас тебе покажу очень классный фокус. Какой? Сейчас ты умрешь? Нет. Смотри. Опа. Чпоньк. Красава? Ну, наверное, да, чуть-чуть. Схватили! Ура! Дэн, Плеймаркет, ну пацаны, ну живите! Так, я сюда пойду. Там они в темных углах ходят еще, я вижу. Далеко. Да, есть такое, по всей карте бегают. Блин! Стемно. Гусунек, они нас окружают. Нормально все. Ты четко? Прорывайтесь. Смотри, прорывайтесь. Опа! Так, я отсюда бегу. Аниматроник, как ты схватил меня? Он тебя обманул. Ты видел? Он через расстояние меня схватил за шкирки. Я не видел. О, а ты что? Металлическая башка. Давай, иди сюда, иди. Опа-па. Смотри, как я могу его обмануть. Ладно, забирай свои слова назад. На меня лапой просто уничтожил. У вас тоже пятка вспотела? Левая, да? Да. Или правая? Я еще ставлю эти кабаки. Сразу, блин. Я ставлю много. Ого. Так, это около 35 штук аниматроников. Так, а где они? Не вижу. Так, давайте сюда пойдем. А, телепортатор! Ой. Ой. Я смогу его обмануть, смотрите. Опачки. Опа. А вот это было красиво. Пацаны, их легко обманывать. Там заяц упал черный.
Они не разбиваются, нет? Наверное, нет. Да не наверное, а так и есть. А мы еще в конце ролика сделаем битву между ними. Мы возьмем мощное оружие и будем их гасить. Но для начала мы еще будем жестко выживать, пока гусенек не умрет. Так, у гусенка сколько? Всего-навсего 16 смертей. Ого. А не, подожди, это пинг. 4. Да блин, я специально перепутал. Ну блин, а. Что, еще ставить? Ну потом чуть-чуть. Сейчас страшно очень. Что-то они медленно ходят очень. Ну и карта просторная, на этой карте легко выживать. Так, осторожно. О, тут прыжок. Блин, он под ступеньками ждал. Ну ты голова пластиковая. Ладно, металлическая. Смотрите, что он там делает. Пацаны, какие аниматроники самые жесткие? Черные зайцы. Черные зайцы? Да. И синие тоже. А, и синие? Все зайцы злые. Все зайцы злые, хорошо. Тогда ставим... Ой, они застряли в друг друге. Они застряли. Они медленные. Они медленные, но они делают очень большую тему. Они сейчас заполонят тоже часть карты и будут блокировать все входы. А чё земля дрожит так, когда они ходят? Это от мимика. Да, не, кстати, это не мимик сейчас ходит. Мимик вообще жесткий. Кстати, я думаю, что надо его тоже поставить. О, лучше. Вот идут. Лучше зайцев ставь. Зайцев? Да. Которые телепортируются? Да. Так я их поставил штук 20, я не вижу, чтобы они нас убивали. Где они вообще все? Они, короче, в темных местах наверху. Их да, там они много. Находят. А что они там делают, мужики? Они там боятся. Боятся нас, да. А ну я иду смотреть, там. Где они там. Я не ожидал, что у меня кишки засунут. Ладно. И что? Ладно, пацаны, сейчас мы сделаем раунд номер 2. Я очищаю карту. И сейчас мы поставим очень жестких аниматроников. Я поставлю всех одинаковых. А каких ставить? Зайцев. Раббитов? Все, пацаны. Да, да. Так они опять сейчас побегут в темноту и там будут шкериться. Нормально. Давайте не раббитов. А мы будем наверху. О, давайте проверим, если я поставлю Руинет Фредди много штук. О, подлагивает. Лагает чуть-чуть. Есть такое. Сейчас они распространятся и не будут лагать. Так, идут. Ого, толпа бежит. Там два застряло внизу. Ничего. Ой, блин, место гранату кинул случайно. Все. Так, пацаны, они уже ближе. Раз в год и палка убивается. Вот, пришли. Ну что, вот вы, пацаны, да? Давай, давай, давай. Ого. Штучка, не смотри назад. Блин. Да лучше слиться, чем от толпы аниматроников умереть. Опять они в темноту спрятались. Да чё они в темноту ныкаются, мужики? А мы страшны для них. Да? Ты думаешь? Ничего себе их то. Так, так, так. Я посмотрю, где ж они шкерятся, а? Да там. Опа, бежит. Ну, давай, 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 давай. Еще один бежит. Смотрите, они по всему уже тут распространились. Голова, я тут. Ха, ты прикольно машет руками. Ну а чё? Телепортировался! Птица. Да ё-моё, что ж он дурит меня? Опачки, обманул. Ладно? Не обманул. Не получилось, пацан к успеху ушёл. А вот это мне уже нравится, выживалочка. Ну что, головы, идите сюда. Мы вас не боимся, на самом деле. Ладно, я боюсь, я увидел, как они замочили кента. Я боюсь. Опачки, есть! Прорвался, вот эта толпа бежит за мной. Ой, сейчас их обману. Сань, беги. Смотри, опачки, на эту сторону. Есть! Есть! Я избавился от него. Красиво! Это было мощно. Отлично, уклонился. Так, от этого тоже уклоняемся. Так, а чё за мной, что ли? Видите, самых слабых, он гусенек есть. Все ступеньки заняты, вы заметили? Не подняться, не спуститься. Ну все, бежай там на это. Не то позастревали. Отлично, отличненько, есть. Я вырвался. Теперь я на самом верху. Здесь как-то легче выживать, да? Ну конечно. Сейчас они все сюда поднимутся. Будет вся толпа аниматроников здесь гонять. Так, они бегут с этой стороны, значит надо бежать с эту сторону. Все, пацаны, я сейчас покажу одну очень хорошую тактику. Как выживать всегда. Смотрите, идите сюда все.
Так, легенду это не касается. Он уже слился. О, посмотрите, падают все! Да. Да блин, ну ты же упасть должен, я видел. А? Ну они лохи. Да что же ж такое, блин. Я сегодня землю обнимаю много раз. Блин, опасно внизу появляться. Теперь надо на самый верх подниматься. Наверху тоже так себе. Не очень, да? Да. Еще ставлю. Тут Фредди ходят. Вот эта толпучка сейчас будет. Что ребята, себе? Ставлю рекордное количество аниматроников, пока Гаррис Мод не будет жестко лагать. Пацаны, давайте все наверх, заманим их наверх и будем с ними мочиться. Да. Что, вас телепортируют? Они половину подлезли. Не, мы сами. Мы должны сами сделать. Окей, удачи вам. Не, мы сможем, я уже практически наверху. Так они половину внизу посотревали в ступеньках. Ну и все, не умеют играть. Пусть выходят с игры. Ну не умеет играть. Перепрыгивай на другую сторону. Молодец. Как у меня получилось? Отлично. Как оценишь? Никак. Все-таки, Дима, у тебя получилось. Да, я знаю, я на самом верху. Да стой, и тучка, стой, не бойся. Да ё-моё, бойся, ладно? Бойся. Да что ж такое из-за тебя? Ну блин, блин. Так, все. Челлендж дойти до верха. Блин, вы что тут делаете? Ну да, я слился из-за летучки. Да конечно. А что ты столб поставил сзади столб меня? Вот это опасно, когда ты бежишь, и они сзади вот-вот прям рядышком, кажется, что сейчас тебя схватят за ногу. Я в самом низу. А как мне отсюда вылезти? Ну что за челлендж? А, хорошо, я живой. Прими челлендж. Кого тут они на лестнице стоят? А блин, смотри, что делают. И с этой стороны, и с этой, да, идут? Есть тактика. Есть одна тактика, я сейчас буду ее придерживаться. Прыжок. Отлично. Это было красиво. Все, пацаны, я поднимаюсь и начинаю их мочить. Ага. А нам можно? Ну да. Только давайте не читерское оружие, а с Half-Life для начала. Потому что у них жизни не очень много. Все. Я начинаю их мочить. Ну что за я человек, рогожоп? Я разбился. Ладно, я начну снизу их мочить. Я вижу, как вы мочите их просто. Давайте без шаров, шары читерские, да, ребята, вы сейчас убьете все за 5 секунд. Ого, когда я стреляю, смотрите, какие искры черные, аж дым идет. Интересно, я вообще его убью? Наверное, да. А! Да я же не хотел, ну ладно, ладно. Ух ты, блин, еще и меня взрывом убил. О, я наверху. Интересно, я его смогу вообще уничтожить или нет? Тихо, чуть не умер. 8 хп. Да сколько ж у тебя жизней? Это у королей много жизней. Я заметил. А! Ну блин, ну пацаны, ну надо им убивать их как-то. Ну Дима, ну убивай. Ух ты, что там происходит? Да тут жестко, она с битвы такая идет. Теперь война. Ты тоже с гранатомета СМГ стреляешь? Да. Классная тема. Не, ну мы сейчас начнем их потихоньку по-любому уничтожать, я так думаю. А! Блин. Да чё они не умер? Ладно, пацаны, прощайте, я лечу вниз. Давай, давай. Я думаю, против зайцев нужны миниганы. Ты думаешь? Да. Я возьму оружие с Counter-Strike. Мне Дэн спас. Во, вот мое любимое оружие, не, вот. Со скином возьму. А вот теперь, Слышь, а внизу и вообще никого нету, я поднимаюсь. Я вообще никого еще не замочил из пацанов. Ой, извини. Из пацанов сейчас мы это исправим. Пацанов. Вот, вижу, вижу. РПГ. На, прямой выстрел, выдержал. Да что ж, сколько же у тебя жизни, дружище. Неплохо. Как его убить? Я так понимаю, что у них где-то по 5000 жизни. Приблизительно так. Больше. Больше? Да. Так. Я не знаю, в него уже... О, отлично. Отлично, миньон, красава. Че, мы всех замочили или нет? Нет. Ну, зайцы остались только, самые живучие. Так. Берем РПГ. Вижу. Выстрел. Ого. Красиво, но не попал. Так, смотрите, что я сейчас буду делать. Сейчас я сделаю вещи.
бежать! А-а-а, пацаны, бегите! Сзади, Плеймарк! Да блин, сзади, сбоку, тени бегут! А, отвалите от меня, я вас боюсь! Да пацаны, скажите им что-то! Скажите им что-то! О, отлично, на гусенька переключились. Так, делаем зачистку. Ой, блин, извини. Блин! Да это зачистка, смотри, никто не умер. Почти. Ого, там внизу жесть. Я хочу лучше зачистку. Не-не-не, это нет. Это зачистка была нижнего этажа. А этих мы будем все-таки мочить так. Есть! Блин. Подожди, он не телепортировал? А, вот он! Обманщик! Беги. Он меня обманул! Гусенек, я прикрываю тебя. Давайте, стреляйте по нему. А ты видишь, он живучее какое? Да вообще. Че, он один остался, что ли? Не, вон в темноте еще уходит. Да блин! Блин, блин! Я его боюсь! Блин, на! На! Убейте его! Ого, у меня один хп. Ого. Ты что, вижу, вижу. А! Блин, он в темноте меня споймал! Извини, нетроумный. Так, надо какое-то оружие посерьезнее взять. Плеймарк сзади там. Во! Ё-моё! Можно монетку взять? Монетка это читерская. О, сложил. Да потом. О, нет, не сложил, его он телепортировался. Стрёмно. О, вон они, я вижу их, пацаны, идемте. Темные углы? Да. Пойдем. Я ночной режим подрублю. Ого, карта большая. Там что-то вообще. Я ни разу здесь не был, я не знал, что здесь такие еще здания есть. А! Да не, я лучше улечу. Это, не видно. Да блин, это как-то нечестно с их стороны. О, я знаю, чем можно их уничтожить. С чем? Только никому не говорите, хорошо? Сейчас тебя убью, но прощай. Нет. Да как я умер в последний раз? Я тебя убил. Так, проверяем, я всех замочу? По идее, всех, да? Это да, ж монтировка всех мочит. Так, да. Я хочу все-таки в эту часть карты полететь и посмотреть. Нифига себе, она гигантская! Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Всем пока! Всем пока.